за счет салициловой кислоты. Здесь пилинг сработает как? Он отшелушит, да, за счет резорцинола. Он удалит какие-то там, ну тут я даже их не вижу, элементы какие-то, да, на коже, за счет здесь глубоких сильных морщин нет, супер дряблой кожи нет, элементы гиперпигментации, они точные, не ярко выраженные, поэтому как бы Джесснер, он в данном случае самое оно. Скажите, а вот на верхней губой не кисетные можно? Просто тут нет необходимости, видимо, да? Поэтому, да, да, можно. Для профилактики. Почему нет? На родинке вообще не желательно никакой пилинг? На родинке... Есть вообще прям очень много родинок в высыпании, вот на шее, на лице, то есть вообще что ли нельзя или обходить? Ну, здесь нужно достаточно хитро поступать. Если это родинка, родинки, рознь, да, некоторые родинки там растет на нем волос, не растет, да, ну, как бы вариации. Бывает прям россыпь такая, знаете, но россыпь тоже, она за счет нарушения обмена холестерола, все эти высыпания, за счет нарушения обмена меланина, тут же надо выяснять, да. Если за счет нарушения обмена холестерина, то, пожалуйста, делайте, удаляйте. Если меланина, то кто-то попросит соскоба из лаборатории, кто-то махнет рукой, сделает. А так, мне кажется, лучше, если это меланиновый, то да, с осторожностью. А папилломы? Папилломы можно делать, если это вирусные. Вирус? Да. Вот, потихонечку, потихонечку вот появляется. Так как Джесснер, он у нас содержание салицилки, то здесь мы будем помогать себе удалять пилинг с помощью ремувера.